Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и сегодня у нас важный день, потому что вышла Дельтаруна, вторая часть. Ну что ж, смотрим. Первая часть пройдена. Дельтаруна. Chapter 2. Ага. Ага, он даже... Ага, даже сохранение, смотри-ка. Класс. Даже сохранение запомнил. Крис. Крис, дорогой, ты проснулся? Подожди. Это нож? Нет. Крис, ты что, весь пирог съел? Это твой нож в этой пустой миске? Ох, Крис. Мне что, опять плиту закрывать? Ну что ж, давай, поднимайся быстрее. Время идти в школу. Но было бы неправильно брать их. Не брать. Do not. Это не ваше, в конце концов. О, под кроватью старый картридж Cat Peters RPG. Кэти и Кэти. Написано ручкой. Ага, на рабочем столе папка Эпик игры. Так, что тут еще есть? Тут же зеркало. А что в зеркале, интересно? Это то, что они называют ты. Дверь закрыта. А где турель? ТВ. Похоже, подключен, но пыльный. Ну что ж, поехали. Крис, а вот и ты. Даже Сьюзи пришла раньше, чем тебя. Эй, Крис. Если бы я знал, что ты опоздаешь... Я бы вовремя не пришла. Сьюзи, пожалуйста, не пинай свою парту. С уважением относись к имуществу школы. И к людям. Хорошо. А это не то, что я имела в виду. Но в любом случае, доброе утро, класс. У нас сегодня много чего на изучение. Начнем с чтения страницы 142. Желающие есть? Я думаю, я могла бы прочесть. А, не утруждайся, Ноэль. Я возьму на себя это унижение. Все нормально, я могу, окей. Страница 142. Были лучшие времена. И были худшие времена.
Хорошие и плохие. Средние времена. Так себе времена. Ну и такие себе времена. Вы пока это все слушали, ваши глаза автоматически стали закрываться. Всем хорошего дня. И, пожалуйста, запомните ваши проекты. А, Крис, ты в порядке? Ты все занятия проспал. Не волнуйся, я не сержусь. Обычно ты все это, как сказать, только в начале спишь. В начале урока. Удачи и хорошо отдохните. Так. Крис? Так. Ты не потерял сон из-за этих заданий? Так. Получается, из-за того, что... из-за того, что мы над проектом работаем вместе с Сьюзи, сон ухудшился. Тогда выберем положительный вариант. Типа, нам радостно с ней работать. А, это хорошо, я полагаю. Я так понимаю, вы со Зрелем онлайн разговаривали? А, погодите. Вы не можете? Я надеюсь, интернет скоро починит. Не хочу опять становиться дикой. А, типа как раньше, как в подземелье, да? Ну, посмотрите-ка, кто это. Школьный зомби. Ты спал как трупак все занятия. Что такое? Что случилось? У меня тоже проблемы, Крис. Так, а что у нее произошло? А, после вот этого вчерашнего, этого приключения-то непонятного. После этого кто нормально спать-то будет? Неужели это все реально произошло? Лансер, Ралсей, все. Они все еще... Послушай. Тебе же все то же самое привиделось. Пойдем уже. Так, Крис. Это вон момент истины. Все, чего мы ждем за этой дверью. Если мы откроем, ведь внутри ничего нет. Или, может быть, там все еще. Да, пофигу. Давай откроем. Сьюзи? Ноэль, эй! Какого черта ты тут делаешь? Извини, что я тебя отвлекаю, но я просто Бёрдли и я... Мы хотели в библиотеку сходить. Изучить наш проект и... Может быть, ты тоже придешь? О, Крис, ты тоже можешь присоединиться. В смысле, мы бы не против. Заняты, типа... Мы типа заняты. Крис, помоги мне, подыграй. Что мы скажем? Крайм? Крайм — это плохо.
Мы просто отдыхаем в кладовке. Просто два друга отдыхают в кладовке. Обычно. Мы смотрим на метла, осматриваемся. Звучит просто... Ладно, веселитесь вы двое. Я тогда в библиотеку. Крис? Может быть, типа, приведешь ее позже. А то с моей стороны было бы грубо. Ну, типа, не приглашать ее. А вообще-то, погодите секунду, Сьюзи. У меня для тебя кое-что есть. Давай, пока. Это... ланчбокс? Я не знаю, что такое чалк. Чалк это... Подожди, чалк это же этот. Мел. Тут мел. У него был мел все это время? И она не дала его Альфис? Какого черта, Крис? У вас есть мел. Погоди, Крис, какого черта это было? Почему Наэль? Спроси меня. Делать домашнее задание с ней? Она что, хочет фейла? Провала? Погоди секунду. Ты заметил, насколько она была нервной? И... все как-то странно было. Ты не думаешь, что она... какой-то секрет хранит? Может быть, секрет темного мира? Надо это... быть начеку, Крис. Так, ну все, хватит ждать. Пойдем. Ага, они опять в этот мир попали. Однако. И что теперь? А вот и мы. Крис, Сьюзи. Так, а может быть мне камеру вправо, то портретов не видно персонажей. Ну-ка, вот так. Давно не виделись? Да. Давненько. Целый день. Так, а что за день? Ну, довольно короткий день. У меня просто раньше никогда друзей не было. Поэтому я так не ждал никогда так долго их. Хорошо. Надеемся, мы не дадим тебе умереть от одиночества. Я так понимаю, Лансер тоже хочет увидеться, да? Эй! Погоди секунду. Где Лансер? Где все? Не волнуйся, Сьюзи. Ты скоро их увидишь. Просто будь тут, подожди. Окей. Надеюсь, это не розыгрыш или типа того. Крис, я хочу кое-что у тебя спросить. Или попросить. Мне нужно, чтобы ты вернулся в светлый мир. И пошел в старый кабинет классный на восток. От... of the closed doors. На восток. И там собери все, что будет вокруг. И сюда принеси, можешь? Обнять... Вы обняли манекена.
Ой-ой-ой, что за дверь Асгора? Закрыта. Возможно, никогда не откроется. А посмотрим, что тут. Давайте-ка. Тут пыльно. Кто-то тут заботится о деталях. А, мы можем путешествовать туда и обратно, да? Так. Ух ты. Вы собрали все тут. Весь хлам. И сделали из него большой пыльный шар. Эй, Крис, а где... Все. В смысле? А-а-а, угадайте, кто вернулся. Клоуны. Лансер. Эй, Крис, не знаю, что ты сделал, но... Черт возьми. Громковато. Да. Все здесь. Но что случилось с замком Лансера? Все исчезло. Исчезло? Да. Когда Крис запечатал фонтан, этот темный мир исчез. И превратился в нормальный классрум. И где теперь Лансер будет жить? Не волнуйся, Сюзи. Мы завоюем замок Ралзе и сделаем его нашим. Крис. А поскольку ты приволок сюда из темного мира каких-то денизинс, сила нашего фонтана трансформирует этот город больше... А, будет трансформировать этот город. С этого момента враги, которых мы щадим, будут набираться в наш город. Поэтому давай щадить врагов, окей? В любом случае, может быть, мы все осмотримся? Мы можем идти на север, к замку. У меня есть специальный сюрприз, который я бы вам показал. Ага-га. Сначала я сам себя удивлю. Так. Что это? Не понял. Не понял перевода. Ладно, Крис, давай, пойдем. Ты же не хочешь, чтобы он нас уделал? Типа перегнал, да? А Кэсл Таун был трансформирован силой дружбы. Вы наполнены силой архитектуры, которая зиждется на дружбе. Новое слово. Так, сейф. Майк Кэсл Таун. Ага. Так тут еще можно смотреть рекрутов. Ага. Тут все монстры. Это инструкция. А вот про рекрутов давай прочитаем. Если вы, пощадили или сделали их мирными, эними с одного типа, они будут рекрутированы. Они появятся в городе. Хотите узнать, что будет, если вы всех их соберете? Вы можете, да, на сейв-поинтах проверять, кого вы зарекрутировали, кроме боссов. Так, замок.
Немножко страшновато в новое место переселяться. Но как шар... Nothing to sphere except sphere itself. Ну, это такая непереводимая шутка, типа сфера. Nothing to... scare. Nothing to scare, типа, тут sphere. Кроме как... Ой, даже не знаю, как это перевести. Вешалка. Принц Ралсей. Так, я буду хранить вашу шапку. Сколько потребуется? Просто хотел показать свой большой дом. Не. А то, что я хочу вам показать, находится наверху. Upstairs. The door is locked. Так, второй этаж. Living quarters. А, для злодеев. Это... Так, у меня сюрприз для вас. А, я для вас сделал комнаты в замке. Комнаты. Можете оставаться сколько хотите. А я был бы счастлив, если бы это место стало вашим вторым домом. Место, куда вы можете приходить, чтобы не случилось вне этого места. Ну, мы осмотримся. Так, кровать. Хорошо сделанная. Это гардероб с разной одеждой. Можете носить, что хотите. Стенд. Так. Ага. И Сьюзи, это твоя комната. Я пытался спроектировать ее так, чтобы тебе понравилось. Можешь тут оставлять свои вещи. Надеюсь, тебе нравится. Ну, в ее стиле, смотри. Моя собственная комната, а? Я думаю, это довольно круто. Моя собственная комната. Нравится. И сколько времени заняло это все сделать? С тех пор, как я видел вас двоих, я... Чувак! Ты реально клёвый. Знал об этом? Я так понял, ей понравилось, Крис. Ха. Завидую, что у меня крутая комната. Смотри, Крис. Это Лансер, да? Cool. А, очень странная комната. Лансер, ты не поверишь, насколько моя комната безбашенная. Такая же, как и ты, да? Хочу посмотреть. Я продолжу копать дыры, пока не достигну твоей комнаты. Как бы там есть дверь, если ты не знал. Дверь? А, типа слишком просто, неинтересно, да? Что это? Вау! Это лучше, чем я помню. У меня даже кровать своя есть. А я думал, у тебя уже есть кровать. Нет. Это было... А, это было для байка. Так, это что-то тут... Копание какое-то происходит. Эй, Ралсей, а что тут? А, да просто я готовлю еще больше комнат. Может, это твоя комната? Да. Но там еще пыльно. Да.
Как будто бы мы хотим видеть твои эти ботанские коллекции очков. Ну все. Ну и что нам теперь делать? Можете спокойно исследовать город, пока не захотите уйти отсюда. А, типа мы отсюда сейчас захотим уйти, да, Крис? Вряд ли. Ну а тут тогда что? Тут злодеи какие-то. Оно агрессивно защищает клетку. Мы все еще в клетке по неизвестным причинам, но это нормально. Мы любим это место. Мы нарядились в королей. А это кто? О, да ладно. Светлые. Вы пришли меня унизить? Да не. Мистер Король. Светлые вернулись... Светлые всех вернули в целости и сохранности. Что? Жить в королевстве, которым правишь ты? Да лучше в этой клетке быть, не так унизительно. А теперь, если вы меня извините, мое это колесо хомячье застоялось. Ну, по колесу бегаешь, что ли? А, кстати говоря, мой сын счастлив? Как будто тебе не пофиг. Ты же хотел его с обрыва сбросить. Так, если бы я даже это сделал, он просто бы отскочил. Мой сын, он... Это отскакивающая тыква, что ли? Так, здесь мы все осмотрели. Тут закрыто. О, я почти забыл. Тут я готовлю. Ты все тут готовишь в гигантском котле? Конечно. Смотрится прикольно. Эй, Крис, Сьюзи. Ловите торт. Так, неплохо, да? Это торт для того, чтобы делиться им. Она все сожрала. Так, а что в сторидже находится? Ого. Интересно. Кафе. Мама Миба. Хотел открыть хлебобулочную, но кто-то там уже работает. Кафе... Так, что за несчастье? Что за унижение еще произойдет после этого? Check recruits, nothing, price. Могу делать я только один спинкейк. Так. Завершите свой торт, и я сделаю вам новый. Эй, босс, у меня тут темная конфета. Так, джукбокс сломан. Лимонад, пожалуйста. Мы не официанты. Так, бейкер. О, знакомый чувак. Он еще так разговаривает, как-то по-средневековому, с старым английским. Чего? Чё несёшь? В общем, мы, да, виделись.
Действительно невероятный город, замка. Но переводить на русский это, конечно, жестко. Немножко дизайна ощущается. Я так понимаю, тут утрированный этот старый английский, да? То есть тут добавляются вот эти окончания слова «th», типа, добавляется там, где оно не надо. Я так понял. Так, а это что такое? Доджо? Эй, босс, босс. Хорошо, что у нас есть классный босс. Босс-то силен. Но всегда есть время учиться. Так, и мы поэтому тут в доджо. Завершите наши бэтл-челленджи. И получите призы. Тем временем я буду становиться сильнее. Мы сделаем тебя сильным, босс. Давай челлендж. How to spell like a champ. Ха, давай. Босс. Так, тут можно музычку и погромче сделать. Так, можете act and spare на одном и том же ходу. Если вы знаете, что Крис 100% пощадит, и пощадите их на том же ходу с Сьюзи и Ралзеем. Чек. И что? А, она только файт умеет. Pacify. Beat him up to earn his life savings. Типа, побейте его, чтобы деньги отобрать? Зачем? Pacify. Но противник не устал. Не слушай, босс. Это неправильное действие. Так. Мерси 0. Давай это побрить. Magic. Rude damage. Грубый damage. А, pacify мы не можем, да? Так, вы побрили бороду, да? Оп! Плюс 100%. И Сьюзи его пощадила. И Ралсей тоже. О, босс! Вы меня щадите? Погодите секунду. Я кое-что хочу вам напомнить, босс. Это также работает с тем, чтобы делать противника уставшим. Если акт действия сделает противника уставшим, используйте ралсеевский pacify сразу же. Конечно же. Pacify это магия. Вот поэтому вам нужно TP. Вот. Защищайтесь, чтобы накапливать TP. Если вам нужно. Ну, а все еще нет? Sleepy Story. Скучная история. Сьюзи рассказала врагу историю о том, как его побьют. И противник устал. Он выпил кофе. Он перестал быть усталым. Босс, вы меня усыпляете.
Мэй, сделайте меня уставшим и мирным. А, я понял. Sleep Story, и потом сразу же... Не, погоди. Sleep Story, а потом Spare. Так, наверное? Tired? А. Его name не был Yellow. Так я Pacify использовал, нет? Хорошо. Теперь Pacify. Давай. Sleep Story и Pacify. Так, Sleep Story. И потом Pacify. У вас получилось, босс. Так вы можете щадить. Отличная битва. Как и обещалось, вот ваша награда. $1. Как можем помочь вам, босс? Grace Challenge. 100 ТП без удара. Как это? Grace! Ага. Жесть какая-то. Когда сотня-то будет уже? Все? Amazing Battle. $100. Так. Кловер. Акт. Топик. Лонг топик. Топик, который нравится Кловеру. Деревья вроде бы. Да, неплохо. It's okay. Рад снова вас видеть. Ухо-хо. Нифига себе, что делает. Ну, а реально кловерами кидается. Топик. Дайс. По-моему, дайсы. Нет? Не. Воу. Это надо вспоминать, что ему нравится. А, погоди, Кловер, это же она, по-моему, не? Это из первой части еще. А, спорит по поводу того, чья зубная паста. Пати. Так. Напевает. Хором, да? Ой, не то. Ганс. Клоун. Не. Я вот уже не... О, ага. Та-та-та-та-та-та-та. Так, топик. Сэндвич, гарбидж. Нет. Видимо, плохо я помню первую часть игры.
Флаффи. Nice to see you again. А, все еще... Ой. Так, Тём, ну что, можно щадить? Отличная битва. Все, вроде мы все прошли. Claimed. А, тут еще другие челленджи будут. Я Battlemaster. Спросите меня о битвах. А чё? Ничего. Ты кто? Наконец-то доджи для людей с нормальной формой. Я буду тренироваться для турнира. А, видимо, потом с ним надо будет сразиться. Шоп. Глаз. А, добро пожаловать, путники. Spooky Sword. Так, дефенсив. Ну что-то как-то дефенс фиговый. Сворд нам не нужен. Мы не злые. Ток. Значит, теперь вы в Каслтауне, да? Угу. А мне как-то все равно. Пока я в своем магазине. Стены ничего не изменят. Но... довольно прикольно видеть вас снова. Надеюсь, у вас троих будет интересное приключение. Я? А мне предлагают один и тот же хлам. Если вы найдете более сильное сокровище, я уверен, у вас будет небольшая причина вернуться сюда. Если у вас будет немного времени, я вам предложу бисквит. А, вам предложу эти, как советы. Ну и все, тут что? Так. Что еще тут есть? Бейкеры? Ну, в бейкере мы были. А, не, смотри. О-о-о. Я этот... Повар Лансер. Покушайте моих печенек вкусных. Они бесплатные. За цену. Какая цена? Ноль. Так, возьмем куки. Вы уже... Туки и куки. Погодите. Ничего не понял. Чё ему надо? Ну, дал нам печенье, чё теперь? Так. Добро пожаловать в топовую бейкеры, да? Хлебопекарня. Бейкери Смит. Малиус. Я не знаю, для чего эти вещи все тут. Но используя мое умение, я могу крафтить вещи из вещей новые вещи. Фьюз, фикс. Чат. Хлеб? А что за техники? Что за техника? О какой технике вы говорите? Хэти нравится это место, похоже. Она надеется... Так, что, не понял. Не понял. Надо сохраниться. Та-ра-ра-ра-ра. Сохранились. Еще теперь выходить отсюда? О! О, прекрасный город, правда, спасибо. Почему я здесь один? Ну, я просто self-reflection, на себя смотрюсь. Я уверен, что я раньше был трусом, но, надо сказать, я все еще такой. Мои карты, что-то с обществом связано. А теперь я тут живу. Когда я буду готов встретиться с обществом снова, я вернусь. Спасибо. За чудесный дом.
Я не буду его использовать. Что-то сияет. Посмотреть, yes. Что-то там странное, какой-то кусок стекла. Jewel's Tale. В Armors. Эквип. Jewel's Tale. Новая билети. А-а-а. Ну-ка. А, Эмбер Карт у них у всех есть. Ту-ту-ту-ту. Так, еще монстры какие-то. Гусеничка. Мистер... Мистер общества слева. Он... Так. Я знал, что в этом мире это случится. В этом ничьей вины нет. Он потом вернется. Без деревьев я могу получать нутриенты только с помощью пожирания одежды. Так, а тут дверь-то откроется или нет? О. Мне нравится быть таким. Никому не говорите. Погоди, Крис, мы уходим? Мы только сюда пришли. Чувак. Я не хочу опять проектом этим заниматься. А, у вас домашнее задание? Ну... Сьюзи, Крис. Ну, вам надо это делать. Школа важна. Я изгоняю вас из этого королевства, пока вы не начнете заниматься проектом. А, отлично. Ладно, сделаю. Сьюзи, не волнуйся. Я тебе помогу. Погоди, Лансер. Мне кажется, тебе не стоит. Поздно. Форма дружбы. Лансер был добавлен к вашим ключевым предметам. Что? Куда ты ушел? Не волнуйся. Я у тебя в инвентаре. В кармане. А, окей. Без страха, не бойтесь. Я тоже присоединюсь к вам. Да и так нормально. А, тишина. Мы в команде все. Ладно, хватит уже. Двигаемся дальше. Удачи тебе сегодня, Крис. Увидимся. Ну, черт. Кажется, надо идти делать проект. Во всяком случае, у нас есть Лансер. Лансер? Ты где? Черт. Похоже, мы его это пропустили. Где будем делать? Что, библиотека? А, ну, хорошо. А где библиотека-то? Это не библиотека. Где библиотека? Не-не-не-не-не. Библиотека слева, наверное. The door is locked. Door is locked. Ну а где библиотека-то? А, она не в школе, я понял. А, отдельно. Что там случилось? А, ага, ага, я понял тебя.
Я просто направляла трафик, как обычно. А потом маленькая собака вела игрушечную машинку в центре улицы и стала делать пончики в хаосе. Эти все машины столкнулись. Спасибо, что хоть, ну, никто не пострадал, но обычные граждане должны отсюда уходить. У меня тут это... силовые упражнения. Так, мы здесь. Школа, чертов проект. Книги. О, чертовы книги. Эй, Крис, а где все? Странно как-то все тут. Да пофигу. Пойдем поиграем в пинбол в компьютерном классе. А, это типа... это типа как внутри кладовки. Крис, ты не думаешь, что это может быть еще один темный мир? Но... похоже, мы не сможем начать свой проект, пока... знаешь, Крис. Если там есть темный фонтан, ты можешь запечатать его. И это превратится в компьютерный класс, так? Что будем делать? В темный мир пойти? Это ж приключение. Да. Новое приключение. Не терпится к новому приключению пойти. Так, ну мы можем уйти в любой момент. Давай. Так, это что-то новенькое. Сейф. Так. Опаньки. Ты кто? Кабели, кабели. Шнуры. А. Опасно. Все тут что? Все были. Спасите. Она собирается. Кто-нибудь помогите. Ноэль? Сьюзи? Хорошо, что ты здесь. Ну... погодите, уходите, пока не поздно. Ноэль? Кто это? Ты кто такая, черт побери? Я известна как серийный номер такой-то. Но вы, глупцы, можете звать меня Королевой. Ха. Типа мы тебя будем так звать? Q5U37 Королева. Королева. Так, смотри, королева. Мы не дети. Мы просто большие дети. Ну ты тогда тоже ребенок получается. Потому что типа... ну она типа говорит, что вы тупые. Она типа их тупыми обозвала. А она, типа, Сьюзи отбивает, типа, ну так ты, получается, тоже ребенок. Типа, она имеет в виду, что она глупая, королева. Нет, я компьютер. Умная. Компьютер?
Мне нужно уходить. Погоди, погоди. Почему ты похитил Ноэль? Я вас... я бы вас тоже похитил, но у меня закончились клетки. Зачем похищать? Чтобы сделать вас своими слугами. В моем квесте мирового господства. А может, я ее сделаю роботом? Что? Зачем? Звучит круто. А, забудь, чувак. Никто не превратит ничего лицо в робота. Чего? Ты хочешь сражаться, лузер? Да, да, уже. Давай сражаться. Ну тогда давай пока. Стой, черт тебя дери. Секунду. У меня нет времени на глупости. Кто-нибудь другой может вас развлечь. О, она превращает... Ого. Вульф есть, типа как это... как называется-то? Оборотень. Это типа как... Шнуротень, что ли? Throw wire. А. Press C. Так. Шнур. Ага, понял. Что-то они делают непонятное. Давай, throw wire. О, нормально. Сильно, короче, истончился шнур. А, можно мерси делать? Тун-тун-тун. Так, рекрут. А, ну понятно. Пока рекрутить нельзя. Так, throw wire. О, я промазал. Но эта атака гораздо проще. О, нормально. А, можно делать spare. Вы выиграли. А, неплохая битва. Так, давай за королевой. Или нет? А, они успокоились? Я просто использовал pacify spell на них. Ралсей, ты здесь? Я чувствовал тут темное присутствие. Похоже, новый темный фонтан появился. Ралсей, у них Наэль. Черт! Что эта штука делает в темном мире? Если мы ничего не сделаем, она... Не волнуйся, Сюзи. Нам нужно просто запечатать темный фонтан. Вот все, что нам нужно сделать. Да. Мы не можем злиться на новое приключение. Давайте, Крис. Let's go. Так. Надо, наверное, сохраниться, да?
О. Я видела, вы были перед королевой, это было потрясающе. А потом я стала шнуротенем. Так, вы меня освободили. А наверх нельзя, да? А как сохраниться? Ух ты! Что за метатон? Это что такое? Что началось? Так, перед вами зеленое поле. И там город сияет вдалеке. Вы наполняетесь силой нового приключения. Так, господа, ссылка на плейлист в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, включайте уведомления YouTube, чтобы новые видосы не пропускать. А если вы хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка опять же в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!